Старт не скучный, ну поехали, время! Тихо-тихо, Дарлей. Бобровский идет, Дарлей, рядом с ним идет Весна. Впервые в самом маленьком населенном пункте Гагаузии прошли скачки на лошадях. Для многих сельчан это настоящий праздник. Практически все население и старый млад пришли на специально подготовленную дорожку на окраине села, чтобы посмотреть на соревнования, мастерство и навыки наездников. Я первый раз вижу в Котовском такое количество людей, собравшиеся на скачки. И приехали, вот как ваши приезжают в Чедорунгу, каждый год приз Башкана забирают. У вас, наверное, все село уже коврами покрыто, те, которые выиграли на приз Башкана. В качестве судьи выступил известный коневод из Чедорлунги, директор государственного предприятия «Отпролин» Константин Келиш. Он утверждает, что в старину о человеке судили по количеству имеющихся у него лошадей. Безлошадный, многолошадный. И это судили о статусе человека. Ну, в основном лошадей имели те, которые работали, рабочий народ, который умел работать и работал, производил какие-то блага. Участие в первых скачках в селе Котовское приняли спортсмены из Камрата, Чемишли, Бендер и других районов Молдовы. Победителям заездов и другим участникам вручали призы, грамоты и денежное вознаграждение. Что? Лимба дестат ворбес? Да, нормал. Вот с вами. Ну, идем сейчас. Сережа, скрики, щи. Щи, лимба Молдовин есть? Да! А шайбун. Спасибо. Первые скачки в селе Котовское были организованы при содействии местной районной власти, депутата Народного собрания и жителя села Татар Василия, который неоднократно выигрывал приз Башкана на традиционных скачках 6 мая в Чедорлунге. Это впервые проводится в нашем селе. Я очень рад этому и надеюсь, что это будет не единожды, это войдет в традицию. Здесь собрались не только наши жители, но и гости, которые узнают о нашем селе, что есть такое село в Гагаузии, и где оно находится, узнает про наших жителей. Кроме заездов на лошадях, любители и желающие могли попробовать свои силы в различных конкурсах. Есер Георгий Карланяны, да? Ну, понятно. Праздник в селе Котовское продолжился до самого вечера.